Всем привет! Меня зовут Анатолий. Добро пожаловать на канал Ящик с инструментом. Скоро распродажа 11.11, и на Ютубе нас ждет куча разнообразных топов. Хочется, конечно, увидеть видеоролики с прозрачными топами, но за окном у нас ноябрь и, соответственно, холодно. Скорее всего, ждут инструментальные топы, и названия у них будут следующие. Лучшие инструменты Xiaomi, топ-5 инструментов Xiaomi, о которых ты не слышал, не видел, не знал и даже не представлял. Но я старый тролль, и мой топ будет называться по-иному. Топ-5 худших инструментов Xiaomi, либо же те инструменты Xiaomi, о которых лучше не знать. Но это не все. Я расскажу не только про 5, на мой взгляд, самых худших инструментов Xiaomi, но и про 5, которые, на мой взгляд, в те же самые деньги будут гораздо интересней и функциональней. В общем, присаживайтесь, постараюсь коротко, но, как обычно, интересно. И начнем мы сегодняшний топ с тяжелой артиллерии. Это наборы инструмента. Один гламурный, другой обычный, стоят примерно одинаково, это 2500-3000 рублей. 7 в одном, 60 в одном. Гламурный, конечно, перебор, больше подходит название красивый. Открываешь набор и красиво упакованы 6 предметов. Выглядит, на мой взгляд, круто. По качеству твердый середняк, все мы протестировали. Единственное, что мне не понравилось, это молоток. И самый главный минус этого набора, это всего 7 предметов за 3000 рублей. Во втором наборе инструментов гораздо больше. Есть все то же самое, что и в первом, только по сути добавили. Набор шестигранников, головки, изоленту, набор часовых отверток. И по сути-то все. На первый взгляд может показаться, что все сделано в одном стиле, но качество этого набора уступает в разы. Особенно это видно по молотку. Подобные молотки обычно ложат в дешевые наборы, и здесь кажется, что взяли дешевый набор, прилепили Xiaomi и добавили в два раза цену. Претензий, по сути, всего две. К первому набору количество, к другому качество. При этом за те же самые деньги можно взять в несколько раз больше набор, и это набор Work Pro. Внутри Work Pro есть все то же самое, что и в большом наборе Xiaomi. Плюс к этому есть набор комбинированных ключей, трещотка, головок больше, бит больше, опять же отверток также больше, при этом есть сменные ножи. Качество набора, на мой взгляд, выше среднего. Особенно все это дело видно по молотку. Им реально можно пользоваться, и он пригодится в жизни. При этом, кроме тонкогубцев, есть в комплекте еще и бокорезы. Решать, конечно же, вам. Красиво, либо же функционально. Скоро грандиозная распродажа на AliExpress, и я уверен, что ты хочешь получить самое выгодное предложение. А чтобы покупать выгодно, есть бесплатное расширение для вашего браузера AliTools. Переходите по ссылке в описании, скачивайте, и после установки вы получите следующий функционал. Следите за динамикой цен. С помощью этого инструмента можно узнать, как менялась цена на товар за полгода, и понять, в день распродажи фейковая скидка, либо же нет. Рейтинг продавца. Данный раздел помогает понять, насколько честный продавец и какие за ним водятся грешки. Притом, тот же самый набор можно купить совершенно в другом магазине, где рейтинг гораздо лучше. Обзоры. Данный раздел помогает понять, что и в каком виде отправит вам продавец. Похожие товары. Здесь можно сортировать по дешевизне, опять же по популярности. С помощью этого раздела можно найти набор лучше, либо же дешевле. Также можно следить за товаром, поставить сердечко и ждать, когда цена на этот товар упадет. На AliTools есть уникальная функция. При оформлении заказа можно найти все промокоды, а также купоны, чтобы сделать покупку еще более выгодной. В общем, нажимаем и ждем. AliTools отсканирует все возможные варианты и найдет для вас самое лучшее предложение. Мы можем купить данный набор со скидкой 250 рублей. Нажимаем кнопку и переходим к оформлению. Скачивайте AliTools по ссылке, которая находится в описании. AliTools реально помогает вам экономить деньги. Продолжаем наш топ. Следующий у нас лазерный уровень. 2200, красный луч, работает от батареек. Комплект, лазерный уровень, подставка, картонная коробка, никаких сумок для переноски даже не задумывалось. Подставка у Xiaomi, конечно, прикольная, но они вдохновились Bosch'ом Quigga. Если поставить эти два лазерных уровня, то они достаточно похожи. Xiaomi даже по современней, при этом Quigga стоит 3000 рублей, Xiaomi 2200, и кажется, вроде Xiaomi реально выгодней. Но наш топ китайский. Для сравнения у меня есть Fireco. Те же самые деньги, но уже зеленый луч. Обрезинен Fireco гораздо больше. При этом внутри идут аккумуляторы с завода. Также можно использовать обычные пальчиковые батарейки. При этом есть гнездо зарядки и можно работать данным лазерным уровнем от сети. И в этой категории я могу добавлять до бесконечности. К примеру, есть китайский NoName, который стоит дешевле. По габаритам то же самое, но при этом он с зеленым лучом.
Если два этих лазерных уровня поставить вместе, то будет прям наглядно видно, что зеленый луч видно лучше. Опять же, развертка у него гораздо больше, чем у того же Xiaomi. И продолжать можно до бесконечности. И каждый лазерный уровень будет стоить примерно тех же самых денег, и при этом у него будет зеленый луч. Поэтому, на мой взгляд, лазерный уровень Xiaomi просто не актуален. Продолжаем. Аккумуляторные отвертки и шуруповерты Xiaomi. Есть подешевле 2500 рублей, есть подороже 5000. Выглядят они, конечно же, классно, спору нет. На первый взгляд кажется, что металлические, но по факту все это пластик. Если говорить про дешевые, то функционал здесь простой. Можно закручивать, можно откручивать и по сути все. Если говорить про дорогую, здесь к функционалу стандартному добавляется еще регулировка крутящего момента. Есть несколько положений электронной трещотки и из плюсов есть биты в рукояти. Но все это убрать разбивает всего лишь один инструмент, это дека 1200, полноценный. Полноценный шуруповерт с двумя скоростями, с патроном и опять же со съемным аккумулятором. Плюс 1000 рублей 20-вольтовый дека. А если говорить про 5000 рублей, в любом магазине продается Metaba Power Max. Преимущество заметно прямо на патроне. У Xiaomi это магнитный держатель, у дека полноценный патрон, куда можно зажать любые сверла, биты и тому подобные до 10 мм. Когда эти шуруповерты от Xiaomi разрядились, нужно поставить на зарядку и ждать, пока они зарядятся. Здесь два аккумулятора, работаешь и не паришься. И здесь выбор опять простой, красиво, либо же функционально. Следующий инструмент в топе — это клеевой аккумуляторный термопистолет Wolf Stick. Вот эта штука стоит 1700 и за свои 1700 в руке ощущается достаточно классно. Практически как слиток алюминия. Из минусов — это его форма, подача вручную и опять же стержни маленькие. К минусам я также добавлю долгий разогрев. Многие скажут, у Bosch есть подобный пистолет, либо же ручка, который заряжается маленькими стержнями. Проблем со стержнями нет. Где-то в какие-то моменты реально удобно использовать маленькие стержни. Опять же, получается экономнее, в отличие от того, если бы ты заряжал здоровый. К примеру, нужно в разных работах использовать, например, где-то серебристый, золотистый, синий, красный и тому подобное. Здесь маленький стержень, и, соответственно, можно сэкономить. Проблема именно в форме. У Bosch она, как карандаш, удобно ложится в руку. Здесь прямоугольный, и это реально неудобно. Плюс подача, вот эта кнопка, она никак не подпружинена, ходит свободно. И выбрать натяг подачи вот этого стикера или опять же стержня вообще не получается. Ты чуть-чуть надавил, и он уже весь выдавился. А чем можно заменить из аккумуляторного? На мой взгляд, тот же самый Xiaomi — это Hota. Полноценный аккумуляторный пистолет с курком. Опять же, за счет этого можно реально дозировать усилия. Выглядит неплохо, при этом разогревается быстрее и стоит, самое главное, на 300 рублей дороже. При этом, если брать не аккумуляторные пистолеты, просто обычных с проводом в Китае, за 300 рублей тьма тьмущая. Завершим мы наш топ часовыми отвертками. Это Hota. Практически полностью алюминиевая, по стоимости 1100. Выглядит как карандаш. Рисовать им реально было бы удобно, а вот крутить нет. При этом в руку она вообще никак не ложится. Неудобна она за счет большого размера, а это в свою очередь из-за того, что биты хранятся у нее внутри. Опять же, принцип хранения на магните, и это реально классно, отвертка ощущается реально дорогой. Но первый минус, биты двухсторонние, в комплекте идет 12 двухсторонних бит и по наконечникам это 24. Но двухсторонние биты, если вдруг вы потеряете, сломаете, опять же, выкинете и тому подобное, захотите добавить что-нибудь из других, грубо говоря, бит, вы не найдете такие биты. Их в продаже практически нет. Второй минус — это то, как эта бита держится. Если сравнивать с односторонней битой, то площадь намагничивания у односторонней биты в разы больше. За счет этого она в отвертке держится. Односторонние не держатся от слова вообще. Чем можно заменить? Если хочется, чтобы было так же дорого-богато, это Xiaomi Viha. Все те же 24 наконечника, но с качеством Viha. При этом в руке лежит удобно и биты односторонние. Отвертка все так же алюминиевая, кейс алюминиевый, биты, если переворачиваешь, не вываливаются. При этом по цене это всего лишь на 200 рублей дороже. Ну а если не хочется дорого-богато, то куча наборов от 200 рублей с гораздо большим количеством жал. Сюда, конечно, можно добавить аккумуляторные отвертки. К примеру, Hota. Самая дешевая стоит 1700. По факту, по функционалу можно закручивать, можно откручивать, но она полностью пластиковая, не имеет никаких фонариков и при этом слабая. Если добавить 1000, то на вид мы получим примерно то же самое. По ощущениям, это гораздо лучшие и качественные материалы. При этом есть регулировка крутящего момента, а также фонарик. Но все это нахер не нужно, если есть Bosch Go 2.
Короче, такой топ получился. Нужно оно вам, не нужно, выбирать только вам. По сути, есть две стороны медали. Красиво и функционально. На какой стороне вы, пишите в комментариях. На этом у нас сегодня все. Если ролик оказался полезным и интересным, отблагодарить нас достаточно просто. Лайк, репост, подписка, комментарии и тому подобные простые действия. От вас требуется всего лишь клик, а этот клик помогает нашему каналу расти. Всем спасибо и до новых встреч!